Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 25. Кришна поднимает холм Говардхан. Текст 1. Шришука увача. Индрастадатманах пуджам. Вигьяя вихитам нрипа. Гопи бьях Кришна надхебьо. Нандади бьяш чукопаха. Шришука увача. Индрастадатманах пуджам. Вигьяя вихитам нрипа. Гопи бья Кришна надхебьо. Нандади бьяш чукопаха. Пожалуйста, повторяйте. Матерша, пожалуйста. Шришука увача. Шришука Дева Госвами сказал. Индра, Господь Индра. Тада, тогда. Атмана, его собственное. Пуджам, поклонение. Вигьяя, поняв. Вихатам, отменено. Нрипа, о царь Парикшит, гопи бья пастухами, Кришна надхи бья, которые повиновались Кришне, Нанда ади бья, во главе с Махараджей Нандой, Чукопаха, он разгневался. Перевод. Шукадева Госвами сказал: «Мой дорогой царь Парикшит, когда Индра понял, что жертвоприношение в его честь отменено, он страшно разгневался на Махараджу Нанду и других пастухов, повиновавшихся Кришне». Комментарий. В самом начале этой главы Шукадева Госвами показывает, сколь глуп Индра и сколь нелеп его гнев. Индре не понравилось, что жители Вриндавана избрали Шри Кришну своим господином, однако полубог упустил немаловажную деталь. Кришна и есть господин, то есть верховный повелитель не только жителей Вриндавана, но и всего сущего, включая самого Индру. Таким образом, разозлившись, Индра выставил себя на посмешище, как гласит пословица: «Спесь в добро не вводит». Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам анчакал патарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванебью вайшнавебью намо намаха
Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе. Намам Вишну Падая Кришна Приштая Бдалища Мати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шумнявади Паштутя Дейши Тарине. Еще раз текст. Шишука Увача Индра Стадатмана Пуджам Вигяя Вихатам Нрипа Гопи Бья Кришна Нати Бью Нанда Ди Бхишчу Копаха. Шукадева Госвами сказал, мой дорогой царь Парикшит, когда Индра понял, что жертвоприношение в его честь отменено, он страшно разгневался на Махараджу Нанду и других пастухов, повиновавшихся Кришне. А поскольку это первый стих главы, тут еще есть вот это общее краткое изложение главы, наверное, его тоже нужно прочитать, да, чтобы было ясно, о чем речь. Давайте прочитаем. В этой главе рассказывается о том, как Индра, узнав, что жители Враджи отменили предназначавшееся для него жертвоприношение, страшно разгневался и в отместку обрушил на Вриндаван проливные дожди. Однако Господь Кришна спас обитателей Гокулы. Он поднял холм Говардхана и в течение 7 дней держал его словно зонтик над головами своих преданных, защищая их от потоков дождя. Индра, возомнивший себя верховным повелителем, был взбешен от того, что жертвоприношение в его честь сорвалось. В гневе он стал говорить: «Трансцендентное знание – необходимое условие для понимания природы своего «я». Однако люди зачастую пренебрегают таким знанием, решив, будто могут пересечь океан материального существования с помощью мирских ритуалов и жертвоприношений. Также эти пастухи, опьяненные гордыней, оскорбили меня, последовав совету этого маленького невежды Кришны. Чтобы наказать жителей Враджа за их так называемую гордость, Индра послал к ним облака, называемые Самвартака, которые несут разрушение материальному миру. Он послал их, чтобы проучить Враджаваси, обрушив на них сильный дождь и град. Обеспокоенные пастухи бросились к Кришне в поисках защиты. Поняв, что все это дело рук Индры, Кришна решил окончательно сбить с него спесь и одной рукой поднял холм Говардхан. Затем Господь пригласил жителей Вриндавана укрыться от дождя под горой. 7 дней подряд держал Господь холм, пока Индра, наконец, не признал его непревзойденное мистическое могущество и не приказал облакам удалиться. Когда пастухи вышли из-под холма Говардхана, Кришна водрузил его на прежнее место. Пастухи были охвачены экстазом, и от любви к Кришне глаза их переполнились слезами, а волосы на теле встали дыбом. Они обнимали Кришну и благословляли его каждый, чем могли, а полубоги сыпали на землю цветы и пели Господу славу. Итак, эта глава является определенным итогом. В предыдущей главе Кришна объяснил философию, что нужно, что не нужно, и предложил им поклоняться холму Говардхану, что, собственно говоря, они и сделали. И уже когда вот эта Говардхана пуджа была завершена, Индра понял, что никакого продолжения не будет, что ему здесь уже ничего не достанется. И теперь наступает его реакция. Конфликт, как говорится, всегда возникает из-за определенных неоправданных ожиданий. Индра ждал поклонения. Поклонение не пришло, потому что Враджаваси изменили свою философию под влиянием Кришны. И вот теперь вот это вот, ну, как мы знаем, гнев как результат неудовлетворенного вожделения. Да? То есть он ждал, что ему будут поклоняться, этого не произошло, и вот теперь этот гнев Индры должен обрушиться на жителей Вриндавана. И о чем мы здесь можем подумать? Что Шрила Прабхупада позаботился о нас, о жителях, которые не выросли в контексте, ну, хотя бы ведической, не ведической, но такой
современной индийской цивилизации, где существует поклонение различным деватам с разными какими-то мирскими целями. Вот, и Кришна как-то так порой теряется, он выглядит как один из них, один из многих, которым поклоняются в Индии. Шрила Прабхупада уберег нас от всех этих вещей, от всего этого множества, от которого разбегаются глаза, и сказал: вот Кришна, Бхагаван, Дева, Дева, Джигат, Пате, он Бог богов, повелитель всей вселенной, поклоняйтесь ему по всем вопросам. То есть вот для нас такое упрощение, для человека, который родился в современной Индии, ему трудно собрать свой ум и выбрать кого-то главного среди всего этого множества, потому что, как правило, философские люди не очень подготовлены. Существуют семейные традиции. Если человек родился в какой-то семье, где поклоняются какому-то божеству, Дурге, Ганеше или кому-то еще, он привыкает с детства, и это уже его как кула девата, божество его семьи, своего рода его такой ангел-хранитель. И потом позже, даже когда он узнает о том, что Кришна – верховная личность Бога, ему очень трудно вот полностью переключиться, отказаться от всего того, что он с молоком в матери в себя впитал с детства. Вот потому что вот это вот множество великое такое, как это псевдоведический винегрет, как Прабхупада называл, такой хинду ходжи-поджи, вот, из которого очень трудно выбрать что-то такое главное, основное, потому что культура поклонения вроде бы есть, а такого систематического духовного знания, которое бы выстраивало все в такую ясную картину, как правило, нет. И поэтому так много всевозможных сложностей. И в Индии вот с этим при проповеди преданные сталкиваются, что как вот выделить из всего этого множества различных деват, богов главного. Вот, для нас, те, кто родились за пределами этой цивилизации, все просто. Ачарья сказал: Кришна Бог, к нему по всем вопросам. Мы сказали: есть, все, нет вопросов. Вот. А вот у других людей, у рожденных в Индии, не так все просто. Итак, если посмотреть на то, что происходит у нас в обществе преданных, здесь все очень просто. Кришна и есть Кришна сту Бхагаван своя. Но даже для таких ярких вайшнавов прошлого, у которых не было в голове никакого винегрета, у которых была ясность, вот, тем не менее в их жизни присутствовало, кроме поклонения Кришне, какое-то эпизодическое поклонение разным другим деватам. И возникает вопрос, было ли это каким-то отклонением от бхакти, либо это просто другое восприятие культуры. То есть, допустим, если сейчас кто-то из преданных начнет поклоняться Дурге или Шиве или кому-то там еще, все подумают, что это, ну, чуть ли не государственная измена. Да? То есть, ну как так? Нам же сказали, Кришна есть Кришна. Вот, но если мы рассмотрим немного историю, то мы узнаем, что те же пандавы Кришне поклонялись, Шивалинги, та же Рукмини молилась Дурге Деве, чтобы Кришна пришел за ней, гопи молились Катьяяне, чтобы она даровала им Кришну в мужья и так далее. То есть перед самым началом битвы на Курукшетре, когда уже Бхагавадгита была рассказана, Кришна посоветовал Арджуне помолиться Дурге о том, чтобы она даровала ему победу. То есть, и это все не выглядит как госизмена, это не выглядит как какое-то отклонение от бхакти, это не выглядит как переход в какую-то другую религию, просто потому, что образованные люди тех времен, подчеркиваю, именно образованные люди тех времен, они понимали вот это все множество не как какой-то вот, не знаю, какой-то языческий хаос, а не как некую единую систему, в которой просто каждый занимает свою роль. Вот, и поэтому для пандавов совершить там какую-то пуджу для Шивы, а мыть там Шивалингом, или для Рукмини молиться Дурге Деве, чтобы она стимулировала, так сказать, быстрейший приход Кришны, чтобы он ее забрал, это не было каким-то идеологическим или философским отклонением, это просто понимание, что
есть один Бог, и он представлен в неком множестве, и ко Богу сям, я один, но я стану многими. И вот это множество, оно выполняет различные функции, потому что всех нужно занять. Конечно, Бог может один сам все делать, для него это не составляет никакого труда, но как же быть с другими живыми существами, их необходимо занять. Вот поэтому существует некая подсистема в этом материальном мире, где различные полубоги, которые под ним находятся, выполнять всевозможные различные функции. И ради исключительно каких-то утилитарных целей люди поклоняются тому или сему, что связано с их, как правило, материальными потребностями. Но вот что касается потребностей души, это уже совсем другое. Поэтому нужно понять важный момент, что эти основные разделы вед, карма-канда, гьяна-канда, бхакти-канда, да у нее там гнездо, она в гнезде сидит, она дома. Поэтому бесполезно сбивать птичку эту. Она себя там хорошо чувствует. Она убежище тут нашла. МСС офис Шаранам Враджа. Она участвует, да. Поэтому, так сказать, не будем ее беспокоить. Итак, смотрите, то есть эти вот три раздела вед, они просто связаны с различными уровнями потребностей людей. То есть карма-канда – это исключительно утилитарные потребности. Тебе нужны какие-то материальные вещи. Вот расписано, как вот, допустим, у нас там на первом этаже дома висит эта самая табличка такая, все там, сантехнику звонить туда-то, там, электрику туда-то, там, это, то есть как бы все четко, кто-то что отвечает, если у вас такая проблема, вот тому звоните, да, то есть чтобы не дергали одного там, бедного Гаурангу по всем вопросам, вот вам расписано, допустим, кто за что отвечает, то есть все понятно. То есть вот, примерно то же самое, вот это вот различное поклонение полубогам, карма-канда, или называют ее упасана-канда, вот, то есть какие-то вопросы, пожалуйста. Гьяна-канда – это уже для людей более разумных, которые немножко, они уже поняли бренность вообще всей этой суеты. Вот, и им говорят о том, что вот есть некая единая неделимая истина, абсолютный брахман. Вот они медитируют на этот брахман. Довольно часто почему-то они поклоняются Шиве в связи с этим. Многие майявади, они такие шиваиты. Но суть не в этом. Суть в том, что люди понимают, что вот над всем этим множеством есть некое, так сказать, какое-то вот такое единство, и там покой от всей этой суеты, можно расслабиться, отдохнуть. Но и то, и другое, и карма-канда, поклонение полубогам, и гьяна-канда – это всего лишь потребности физического тела, либо потребности тонкого тела, потребности ума, уставшего от суеты, уставшего от страха, уставшего от всех этих каких-то постоянных беспокойств, вот им хочется вот это мокши, освобождение. То есть мы видим, что вот эти два раздела вед, карма-канда и гьяна-канда, в основном как раз служат удовлетворению потребностей физического ума, физического тела, простите, и тонкого ума. В то время как бхакти-канда, или процесс поклонения Господу, он уже служит для удовлетворения потребностей души. То есть вот это утилитарное отношение к миру, которое удовлетворяется через карма-канду, философское отношение к миру, которое удовлетворяется через гьяна-канду, и, как сказал один преданный ученый, эстетическое отношение к миру, которое удовлетворяется через бхакти, когда мы во всем видим красоту Кришны. Вот, и через вот эту вот медитацию на красоту Кришны, присутствие его здесь, в этом мире, а потом же, допустим, переключение на непосредственно саму идеальную форму Кришны, из которой все это исходит, потому что весь мир, это, как он говорит, лишь искра моего великолепия. Вот, то есть от видения Бога в мире до непосредственного видения самой формы Бога, это бхакти. Поэтому, когда человек из своей внутренней потребности бхакти поклоняется Кришне, но при этом из-за каких-то, допустим, материальных, утилитарных потребностей он может поклониться кому-то там из полубогов, с ведической точки зрения это не выглядит какая-то ересь. Это как раз выглядит вот как мое проживание, допустим, в этом комплексе Расамрита-кун, что я знаю, что Кришна есть Кришна, но если у меня там прорвало трубу, я звоню сантехнику.
Я не стараюсь лучше повторять Хари Кришна мантру, да? Или у меня заболел зуб, ну что делать? Ну, конечно же, нужно более внимательно Хари Кришна мантру повторять. Глупость, надо к врачу идти, понимаете? Вот. То есть совершенно четкое такое разделение, и то, что я пошел к врачу или вызвал сантехника, это не является моей изменой Кришне. То есть вот такое понимание целостное, оно как раз все расставляет на свои места. Но если такого понимания нет, и мы думаем, что вот Кришна, он мне и за папу, и за маму, вот, и все, и зуб заболел, или света нет, или трубу провал, или что-то там еще, вот мне нужно чтобы там просверлить дырки, чтобы повесить зеркало, и все по любому вопросу Кришны. Вот. Но совершенно очевидно, нет, да, что есть вот какие-то существа, которые обладают определенными полномочиями, определенными инструментами, и они действуют в этом режиме. Вот. Поэтому здесь очень важно не запутаться в этих всех вопросах, что является сменой философии, а что является просто принципом практичности. Хотя в Шримад Бхагаватам, конечно же, говорится во второй песне Шримад Бхагаватам, там несколько стихов, там целый список перечисляется вообще, по какому поводу, что. Значит, это для этого к Индре, для этого к Уме, для этого там к тому, сему, там, за здоровьем к Ашвини Кумарам, еще что-то. То есть целый список вообще перечисляется. Вот. Но потом говорится, что вообще-то, конечно, все это множество, они представляют Кришну, он является источником, и они просто олицетворяют некие шакти, какие-то определенные энергии, которые отвечают за вот эти вот различные заведования. То есть, интересно, по-моему, какой же в 4 главе Бхагавад-гиты, 24 стих, кажется, если я не ошибаюсь, там Кришна говорит, иные йоги безупречно или правильно поклоняются полубогам, а другие там, значит, возливают огонь, вернее, возливают масло на огонь Верховного Брахмана. То есть безупречное поклонение полубогам – это как раз и есть поклонение полубогам с пониманием, что они являются частями вселенской формы Бога. Когда человек по невежеству абсолютизирует какое-то отделенное божество и говорит, вот мой верховный, не знаю, Ганеш, Шива, Парвати, Дурга, там, неважно кто. Вот, то есть когда происходит абсолютизация, невидение этой целостной системы с Богом во главе Вишну, Кришны, вот это называется глупое поклонение полубогам. В то время как, если я выразил почтение представителю власти, допустим, там, полицейскому или кому-то там еще, вот это не обозначает, что я изменяю, в принципе, кому-то главу, кто стоит во главе системы. Вот, то есть ведическая культура в целом это культура почтения, где почтение выражалось практически всем. Но здесь нужно понимать, что я обращаюсь к божеству из потребности сердца, это проявление моего бхакти, либо я обращаюсь к божеству из какой-то утилитарной потребности, просто потому что у меня есть какие-то материальные нужды. Я слышал, что вот это вот божество исполняет те или иные желания. То есть очень четко нужно понимать, что те же пандавы или кто-то там еще поклонялись, выражали почтение полубогам, не потому что они разочаровались в Кришне. То есть их сердце принадлежало Кришне. Но есть какие-то определенные материальные потребности, за которыми они обращались к другим. Вот и все. То есть как бы вот, в контексте вот такой вот системы это не выглядит как ересь, это не выглядит как измена родине там, и так далее. Это выглядит как совершенно нормально сегодня. Вот. Но если вот такого понимания нет, тогда люди как бы уже в какие-то крайности ходят. И Шрила Прабхупада уберег нас от всего этого по одной простой причине, потому что западные люди под влиянием гуны страсти, люди поверхностные, люди увлекающиеся, и им что-нибудь такое дай, скажи и то, и то, и то. Вот, и они, как бы, так сказать, растекутся вот по всей этой такой сложной очень ведической системе, и сложно им будет отдать свое сердце кому-то одному. Вот, поэтому, учитывая отсутствие у нас такого какого-то воспитания и образования в таком ведическом или хотя бы постведическом контексте, вот, Шрила Прабхупада сразу дал суть, а со всеми остальными деталями разберемся позже. Вот мы начинаем со всеми этими вещами и разбираться. То есть очень важно понять, что ну, базовые вещи. Вчера я читал Шримад Бхагаватам, там
первая песня, вторая глава, восьмой стих, вот этот «Дхарма Сванукштита Пумсам Вишваксена Катхасу Яд Нот Падает Ядера Тим Шам Эва Хикевелам». И там, ну, то есть там говорится, что если человек исполняет всякие разные предписанные обязанности, согласно Варне, Яшему, но при этом у него не развивается потребность слушать повествование Верховного Господа, то все это шрама эвахи кевалам, пустая трата времени. Вот и там Шрила Прабхупада дает интересный комментарий, что он разбирает человека как три структуры. Физическое тело с его потребностями, тонкое тело с его потребностями и душу, собственно. И он объясняет, что активность внешнего тела и активность тонкого тела, активность ума, она вся питается энергетикой души. То есть, если ну, такой простой утилитарный пример взять, допустим, мы готовим каждый день, и вот значит, плита, огонь, на огонь мы ставим кастрюлю, туда наливается вода, и какая-то пища туда помещается. И вот этот вот огонь снизу, сила огня, она побуждает воду кипеть, вода начинает кипеть. То есть огня внизу нет, вода спокойно стоит. Да? Вот. Но как только мы включили огонь, подали такую более тонкую энергию. А огонь – это более тонкая энергия, чем вода по иерархии элементов, это более тонкий элемент. Итак, мы включили этот элемент огня, и теперь более грубый элемент – вода стал кипеть. И все, что теперь находится в воде, там какие-то фрукты, какая-то крупа, овощи, простите, какая-то крупа, это все начинает меняться, трансформация определенная. Да? Вот, то же самое, физическое тело какую-то активность постоянно совершает, там какие-то все эти процессы физиологические работают, в уме постоянно что-то происходит, какие-то мысли, желания и так далее. И вся вот эта внешняя деятельность тела и внутренняя деятельность ума проистекает просто из-за того, что этот ум и это тело питаются более тонкой энергией души. То есть активность души, ее желание, она теперь проявляется через это вот какое-то бурление, кипение ума, каких-то мыслей, желаний, и через какие-то внешние проявления, это уже во внешнем мире. Вот. И Прабхупада объясняет там, что кармическая деятельность, она как раз служит исполнению потребности вот этого внешнего физического тела. Говорит, интеллектуальная деятельность, она служит исполнению вот этих вот каких-то устремлений, пожеланий тонкого тела. Он говорит, и только бхакти – это то, что как раз служит потребностям души. Поэтому нужно разделять эти потребности, потребность физического тела, потребность тонкого тела, какие-то мои мыслительные, эмоциональные потребности, вот, и потребность души самой непосредственно. Так вот, если все это сейчас взять опять в контексте системы поклонения, то мы увидим, что карма-канда и вот это вот поклонение всевозможным различным полубогам просто обслуживает потребности тела, внешний уровень. Вот, гьяна-канда, попытка философски разобраться в мире, достичь какого-то покоя, потому что для ума важен покой. Иногда мы удивляемся, что ум произрос из гуны благости, говорит, что аханкара, ложное эго под влиянием гуны благости, породило ум и полубогов. Да? Мы думаем, как это вообще ум с гуной благости связан. Вот. Нам это удивительно узнать, потому что когда мы думаем, что ум, мы думаем, мой ум. Мой-то ум далек от гуны благости. Вот. А на самом деле все просто, потому что ум, он изначально спокойный. Когда человек там что-то с ним такое происходит, там какие-то сильные эмоции, первое, что ему говорят, успокойся, успокойся. То есть успокоение, вот это вот шанти, это естественное состояние ума, нормальное. Поэтому он рожден из гуны благости, поэтому благость для ума – это нормальное состояние, стартовое состояние. Просто ну, это уже наша современная неестественная жизнь, она создает такие условия, что наш ум в других гунах совершенно находится, и поэтому мы так сильно удивляемся, когда узнаем о том, что ум рожден из гуны благости. Вот, итак, вот это желание достичь какого-то определенного покоя, вырваться из всей этой вот суеты, это и есть некая потребность тонкого тела или потребность ума. Но и исполнение потребности тела, исполнение потребности ума никак не заменяет, не подменяет вот эту внутреннюю потребность души. Поэтому бхакти, поклонение Кришне или Вишну, там, Шри Вайшнавы, там, какие-то другие Вайшнавы, вот, они поклоняются Вишну не потому, какие-то мотивы материальные тоже могут вмешиваться, если этот человек не является шудха-бхактой, вот, но тем не менее,
самопоклонение Верховному Вишну или Кришне – это как раз то, что удовлетворяет внутренние потребности души. То есть бхакти – это не одна из йог. Мы не можем их поставить на уровень. Вот там карма-йога, вот гьяна-йога, вот йога, вот бхакти-йога. Выбирайте, какая вам больше нравится. Да? Как будто вы там пришли на рынок там, и выбираете себе какую-нибудь одежду разного цвета там, или разного стиля. То есть это вещи не одного уровня. Потому что они как раз служат интересам совершенно разных структур. Поэтому мы не говорим, что бхакти-йога – это одна из йог. Между ними существует иерархия. То есть мы знаем вот эту вот лестницу йоги, что от уровня физического тела, от уровня тонкого тела постепенно мы переходим на уровень потребностей души непосредственно. Поэтому поклонение Вишну или Кришне, поклонение полубогам – это вещи не одного порядка. Допустим, поклонение полубогам может исполнить наше материальное желание, но это не то, что изменит нас внутри. То есть наше материальное желание исполнилось, но внутри мы кем были, тем и остались. А в то время как поклонение Кришне – это не обязательно исполнить наше желание, но это приведет к определенным внутренним изменениям, и, может быть, эти изменения будут в том заключаться, что как раз все желания-то и исчезнут. То есть, если, допустим, я поклоняюсь кому-то полубогу с четкой какой-то конкретной задачей, у меня нет такой мысли, да, что вот избавь меня от всех желаний. У меня есть потребность исполни мое желание. Вот. Но когда Нарасимхадев предложил благословение Прохладу Махараджи, что ты хочешь, какое желание твое исполнить? Прохлад Махарадж сказал: не искушай меня, мой Господь, потому что я родился в семье демонов, а у демонов, как правило, много материальных желаний. Он говорит, поэтому лучше издающих благословений, если ты хочешь выполнить какое-то мое желание, то сделай так, чтобы мое сердце было свободно от всех желаний. Вот это была молитва Прохлада Махарадж. То есть поклонение Верховному Господу по своему результату принципиально отличается от поклонения полубогам, потому что полубоги работают с внешним уровнем. В их заведовании находятся какие-то механизмы материальной природы, различные шакти, вот они что-то такое могут в материальном плане дать. Да? Но душа, духовные потребности – это вне сферы их компетенции. Вот это то, что уже непосредственно принадлежит Кришне. Кришна говорит: «Мамай вамша дживалоке», что все живые существа – это мои амши, это мои частицы. Вот поэтому душами, нашим сознанием непосредственно занимается исключительно он. Вот. А ради удовлетворения каких-то внешних потребностей, пожалуйста, вот вам 33 миллиона полубогов, и они тут всем этим хозяйством ведают. Вот поэтому очень важно понять в контексте этой главы, что жители Вриндавана поклонялись Индре не как божеству своего сердца. То есть они поклонялись ему как тому, кто отвечает за какую-то часть вот этой вот материальной инфраструктуры. Они говорят: мы пастухи, вот мы на земле живем, поэтому для нас важна трава, коровы там и так далее. Вот, и мы знаем, что Индра всем этим хозяйством ведает, поэтому мы поклоняемся ему. Вот, то есть, когда Кришна убедил жителей Вриндавана не поклоняться Индре, а поклоняться Говардхану, у них не было какой-то трагедии в сердце, что вот разрушили мою религию, там все, отобрали божество моего сердца. Ничего такого не было. Вот, потому что Индра и не был божеством их сердца. Вот это просто утилитарная такая церемония в связи с тем, что Индра занимает важную роль вот, в водоснабжении, во всех этих вещах. Вот и все. Вот, поэтому эти пастухи во главе с Нандой очень быстро согласились на предложение Кришны, вот, потому что Кришна был их божеством. Хотя, конечно, под влиянием йога майи они так не думали. Они думали, что Кришна – это просто наш сын, наш житель, да? А Бог для них Нараяна. Вот, но, тем не менее, вот этот вот переход от одного поклонения к другому поклонению для них прошел абсолютно безболезненно, потому что это не задело их вот эти вот глубинные струнки души. Они не поменяли религию, перестав поклоняться Индре и начав поклоняться Говардхану, который, по сути дела, есть Кришна. Кришна показал эти вещи. Вот, поэтому вот эти вот моменты необходимо понимать. И когда речь заходит о поклонении Кришне, поклонении каким-то другим личностям, то мы понимаем, что в одном случае мы поклоняемся
как потребность души поклоняемся Кришне. В другом случае мы можем выразить почтение, допустим, Гопишваре Махадеву во Вриндаване, чтобы он открыл нам Вриндаван, чтобы он эту Майю убрал, да, чтобы мы это увидели. Но при этом мы можем выразить ему почтение, но он не является божеством нашего сердца. Он уполномочен на какие-то определенные действия, и ради этого мы можем это сделать. Да? Вот. При этом это не является изменой или отклонением от поклонения Кришне, Бхакти. Вот поэтому тот же Прабхупада, допустим, предлагал нам поклоняться Кришне, но для защиты сказал, вот там есть Нарисимха или даже этот, как его... Рупа Госвами в «Нектаре преданности» пишет, что нужно поклоняться Ганеше для устранения препятствий. Хотя на это есть некий комментарий, что вот не Ганеша, а либо Нарисимха, либо Вишваксена. Иногда мы видим изображение Вишну, Лакшми, и этот Ганеш сидит. Ну, он тут как в этой компании. На самом деле это не Ганеша, это Вишваксена. Это форма Вишну, командующий армией Вайкунтхи, который похож на Ганеш. Вернее, Ганеш похож на него. То есть это не Ганеш попал в эту компанию, а это Вишваксена так выглядит. Но поскольку они очень похожи, мы можем подумать, о, Вишну, Лакшми и Ганеша. То есть так думает человек с материалистичным сознанием, который не понимает вообще, что происходит. Да? Вот, что у всех этих полубогов есть их изначальные прообразы в духовном мире. Вот, поэтому... Хотя где-то как-то, может быть, так сказать, если мы понимаем, что Ганеш, так же, как согласно Брахмасамхите, да, откуда он черпает свою силу, то Ганеш держит на своей слоновьей голове стопы Говинды, да, и от него черпает вот эти вот все силы, которые позволяют ему устранять препятствия на пути прогресса трех миров. То есть, опять же, если этот Ганеш, он находится в системе, общей системе, да, где Кришна во главе, Говинда Мади Пуруша, все в порядке. Да? Вот. Но если кто-то выделяет этого Ганеша как некое какое-то отдельное божество, обладающее каким-то вот, какой-то такой способностью, это уже называется ошибкой. Вот поэтому мы видим, что где-то, по-моему, тут даже, да, в Раджпуре, где там храм Джаганатхи, я когда в позапрошлом году там был, и до этого я не видел, что там появилась эта вот Шивалинга, поклоняется Шиве. Раньше не было, это вот какое-то время назад там все это установили. Я был так удивлен вообще, что как же так, вот тут у нас Вишну-татва стоит, а тут вдруг рядом, значит, это... появилось нечто новое какое-то. Вот. Опять же, все в комплексе, если мы понимаем, то мы не видим противоречий. На этом мы закончим. Хари Кришна. Если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, пожалуйста. Интересно, что здесь Кришна является Кришна является инициатором какого решения? Альтернативного движения. Инициатор альтернативного движения. И вопрос такой, что является ли образование таких альтернативных движений, идеологии, закономерным процессом, который Кришна создал в обществе, чтобы как-то исправить или улучшить? Да, потому что образование обращено к нашему разуму. Мы знаем, что у разума несколько функций, и одна из функций разума – это вивека, способность разделять, различать. Поэтому мы в этом мире видим множество всего. Как правило, здесь вещи смешаны, материальные элементы, влияние гун, фактор времени. Вот. И знание или система образования является неким ключом, ключ, который дается нашему разуму, чтобы мы сумели здесь разобраться. Вот, потому что иначе, если вот этого духовного ключа у нас нет, то мы здесь однозначно запутаемся. То есть, ну, даже веды, да, то есть читать нужно как? Под руководством духовного учителя. Потому что то есть вот есть информация, но информация не есть знание. Потому что в информации можно запутаться, здесь можно вообще... полностью заблудиться, и мы видим в нашу интернет-эпоху, когда у людей доступ практически к неограниченному информации, какая каша у них в голове. А я вот тоже там читал, слышал, такой-то сказал то, другой сказал это. То есть у людей очень высокая информированность, но знания как такового нет, потому что нет ключа, нет связи с парампарой. Вот, потому что парампара, ее представитель, учитель, тот, кто как раз вправляет мозги, он дает...
нам подлинный духовный разум, который позволяет вот в этом множественном, широком, таком большом потоке информации разобраться, выделить главное и второстепенное, и расставить все по своим местам. Вот. Поэтому просто от того, что мы что-то видим, или, допустим, что-то мы даже, может быть, читали, какая-то информация у нас есть, но у нас нет вот именно вот этой вот связи с парампорой, которая есть, в принципе, основа всякого образования. Да? Вот. Будет путаница. Допустим, Кришна, когда он говорит в Бхагавад-гите 4.34, да, прими гуру, значит, если ты хочешь знать, там, каким видом жертвоприношения тебе, до этого он объясняет какие-то разные есть ритуалы для таких, для других, для брахмачарий, для грихаст, всякие разные, дравья яги, гьяна яги, вот он написан. Потом говорит, если ты хочешь разобраться во всем этом, то прими учителя, потому что он татва даш, он видит истину. И в следующем стихе 35 он говорит, а какой будет эффект? Он говорит, благодаря этому знанию ты никогда больше не вернешься в иллюзию. Потому что благодаря этому знанию ты поймешь, что все живые существа принадлежат мне, что они мои. Понимаете? Более того, в 33 стихе этой же главы Кришна говорит, что гьяна-яги выше, чем дравья-яги. То есть гьяна-яги, по сути дела, это образование, это развитие знания. В то время как дравья-яги – это совершение внешних материальных ритуалов. Потому что он объясняет, почему гьяна-яги выше, чем дравья-яги. Он говорит, итак, вот это вот совершение жертвоприношения в форме развития знания – это лучше, чем просто жертвование материальной собственности. Он говорит, потому что в конце концов целью всех жертвоприношений является трансцендентное знание. Он четко объясняет эти вещи. Да? Вот. Поэтому, допустим, образование, духовное знание для нас важнее, чем ритуальная практика. Мы не говорим, что там поклонение божествам не важно, это важно, потому что для нас это, ну, форма Бога, она упрощает медитацию, когда мы воспеваем святое имя, вот когда мы это делаем перед божествами, это лучше, чем когда мы это делаем без божеств. Вот, то есть для обусловленных живых существ, которые на уровне чувств находятся, важно, чтобы чувства получали какие-то эти вот позитивные впечатления. Поэтому эта форма, рупа, хотя там поклонение божествам, мы знаем, что это не процесс для Кали-юги, это в Кали-югу вторичный процесс, главное это воспевание, но воспевание идет лучше, если это все сопровождается вот таким вот видеорядом, что у нас перед глазами божества. А чтобы божества проявлялись, реально проявлялись, давали благословения, для этого им нужно поклоняться. Если божества просто стоят, им не поклоняются, вот они стоят, и мы стоим. Да? Вот. Но когда происходит процесс поклонения, тогда с их стороны как-то более активно это вот благословение идет. Да? Поэтому если мы кормим божества, одеваем, омываем, там, украшаем хорошо и так далее, совершаем с преданностью определенные ритуалы, то это шанс вызвать больше с их стороны вот эти вот благословения, и нам, соответственно, получить больше милости. Вот. Но в любом случае в Кали-югу этот процесс обладает подчиненной значимостью, поэтому Шрила Прабхупада сначала дал преданным воспевание, а потом уже стал вводить поклонение. В каких-то простых формах он стал там показывать вот божества, там, какая-то пуджа была, там, Джаганатхи там просто на подносе какую-то свечку там предлагали, вот вам и вся пуджа. Да? То есть, ну, очень просто. Потом уже какие-то усложнения, они пошли позже. Вот, то есть, да, образование или то, что мы называем гьяна-яги, да, жертвоприношение в форме развития знания, оно является более важным именно потому, что оно помогает разобраться нам во всем многообразии материальной природы. С какой целью? С целью выделить приоритеты. Что мы должны делать в первую очередь, а что является вторичным. Вы сейчас про что говорите, немножко не уловил? Про механизм вот, альтернативных движений, когда они возникают. Вот здесь... Вы имеете в виду движения в обществе какие-то? Ну да, в обществе, когда возникает как идеология, которая противоречит текущей, например... То есть вы говорите о каких-то социальных революциях, потрясениях, да? И вот возможно ли мирное решение? Возможно ли мирное решение, кроме революции? Конечно, возможно. Это называется реформа.
Реформа обозначает смену формы. Вот. А революция обозначает переворот системы, полный переворот. Знаете, то есть, вот, допустим, если взять историю России, да, вот, допустим, там так называемая февральская революция, хотя ее называют революцией, по большому, она не была революцией, потому что царь сам добровольно, значит, отказался от власти, от своих полномочий, вот, ну и там какое-то образовалось временное правительство и так далее, да, то есть это была попытка реформ, но просто не оказалось достаточно квалифицированного человека, который смог бы, ну, провести действительно какие-то такие адекватные реформы, и они, ну, просто не было таких людей. Вот. И тогда, значит, появились другие ребята, очень решительные, вот, и устроили, значит, уже окончательную революцию, да, октябрьскую, февральская им не хватило, значит, уже была октябрьская революция, там уже все с кровью, значит, с красным террором, значит, с уничтожением всего этого там, ну, дворяне, интеллигенция всех к ногтю, потому что, значит, вы тут лишние, да, у нас диктатура пролетариата будет, вот, то есть, пожалуйста, если реформа не смогла как-то вот принципиально изменить жизнь, тогда уже наступает революция. Вот, поэтому путь реформ, он всегда более щадящий, более разумный. Более того, реформа – это естественная часть жизненного процесса. Реформа – это то же самое, что реинкарнация. То есть вот реинкарнация в теле, да? Вот, а реформа общества, они же тоже проходят какие-то определенные изменения. Вот, и там, где есть разумные люди, вот, то есть они замечают смены каких-то тенденций, поэтому смена внутренних тенденций, она всегда требует какой-то подстройки внешней формы. Вот эта подстройка внешней формы под изменившиеся внутренние потребности, это и есть реформа, собственно говоря, понимаете? Вот, а если не находится разумных людей, которые успевают подстраивать внешние формы под изменившиеся внутренние потребности, накапливается внутри вот это вот напряжение, недовольство, тогда идет уже не реформа, а революция, то есть переворот со всеми тяжелыми последствиями. Вот, поэтому смысл в том, что люди, находящиеся у власти, должны понимать, что общество внутри динамично всегда, то есть идет какое-то внутреннее развитие, и эта динамика обозначает, что происходит, должны происходить определенные изменения. Вот это можно, то нельзя, это запретили, то разрешили. Какие-то реформы или какие-то, допустим, там, смены акцентов в каких-то формах. Это материальный мир, жизнь изменчива, понимаете, да? Вот. Но опять же, допустим, взять ведическое общество, когда Карл Маркс изучал, он был удивлен, что там не было классовой борьбы, потому что это было богоцентрическое общество, и поэтому там классы не конфликтовали, а сотрудничали в связи со служением Богу. Вот это было для него удивительно. Вот, если, допустим, богоцентрическая философия отсутствует, и просто там какие-то материальные, ну, люди решают свои материальные потребности, рано или поздно возникает эксплуатация. Таков закон. Вот, и вот этот вот так называемый, то, что уже там в наши времена как исторический материализм, то есть закономерности развития этой материальной истории без Бога в центре, они всегда будут связаны с тем, что в обществе есть какие-то противоречия, какая-то классовая борьба, и поэтому либо эти вопросы решаются при помощи реформ, какие-то там дали людям льгот, и что-то там им повысили и так далее. Таким образом, успокоили на какое-то время систему. Да? Если этого, допустим, не происходит, тогда происходит не реформа, а революция, переворот системы. Понимаете? Вот. Поэтому реформизм, он всегда... И люди же начинают не с того, что давайте систему перевернем. Они же начинают с простых вещей. Повысьте нам зарплату, там, сократите нам рабочий день, что-нибудь. Ну, такие утилитарные вещи. Да? Там, дайте нам то, дайте нам это, не покушайтесь, допустим, на нашу свободу там, слова, собрания. То есть они не требуют крови сначала. Они требуют просто, допустим, расширения каких-то возможностей. Вот. И когда это не происходит, вот тогда уже начинается кровь там, и все эти такие грубые вещи. Вот. Поэтому разумный правитель, он, если он, ну, как бы не является частью богоцентрической системы, которая стабильна и в которой отсутствует классовая борьба, именно за счет стабилизирующего элемента Бога в центре, если это не такая система, а обычная мирская система, то единственный способ для нее выжить – это какие-то регулярные реформы. По-другому никак. Ну, пожалуйста. Спасибо за пастору. А вот вы говорили о желании тела, богов и желании души. Ну, я сейчас перед храмом там раздаю рассаду, кити раздаю, и
какие-то есть помощи. Как понимать, что внимание прасада – это чтобы удовлетворить Кришну, а не чтобы удовлетворить Виджуна? Преданное служение – это удивительный процесс, в котором материя связана с Кришной. Как в Бхагавадгите Кришна говорит, что тот, кто все связывает со служением мне, он говорит, что тот непременно приходит в духовное царство, потому что на духовном уровне, он говорит, и то, что отдают, и то, что потребляют, обладают единой природой. И там в комментариях Шрила Прабхупада говорит, что материя, приведенная в соответствии с абсолютной истиной, превращается в дух. Это и есть прасад, да, когда мы берем материальные элементы, с любовью и преданностью готовим и предлагаем. Поэтому бхакти – это удивительно синтетический процесс, где наши материальные потребности, желания есть, фактически уже неотделимы от духовной практики. Что вот почитание прасада превращается в одну из форм преданного служения, потому что мы понимаем, что сама пища исходит от Кришны, то есть открываем Бхагавадгиту, там стихи 14-15, да, что все живые существа кормятся злаками, проистекающими из земли, питаемые дождями. А дожди проистекают из совершения яги, а яги совершаются на основе знаний, изложенного в ведах, а веды исходят из Верховного Господа. Поэтому всепроникающая трансцендентальность вечно присутствует в актах жертвоприношения. То есть стихи 14-15 3 главы, они показывают, как мы с точки зрения пищи зависимы от Бога. Да? Вот. До этого, значит, говорилось о том, что, там, что преданные Господа вкушают пищу, сначала предложенную мне. Понимаете? Вот, то есть это обозначает, что пища, обладая божественной природой, исходящая из него, она еще становится одухотворенной, когда мы предлагаем. Поэтому вы хотите есть, это физиологическая потребность. Вот, но поскольку вы знаете, что это все исходит от Бога, вы предлагаете это Богу, или кто-то другой за вас это делает, вы просто приходите и, значит, получаете это благо. Поэтому это в данном случае два в одном. Если вы получаете питание физического тела, и душа получает прасад. Чуть громче, громче. Вот этот стих вы цитировали в Бхагавадгите, что Кришна говорит, получив это знание, осознавший себя душой, ты никогда больше не вернешься в иллюзию. А вот часто можно видеть, как даже полубоги, обладающие этим знанием, которые получили это знание, от осознавшей себя души или даже самого Кришны, очень чистые и возвышенные души, иногда кажется, теряют это знание на совсем или на короткое время. И при каких условиях это знание сохраняется навсегда, как говорит Кришна, иногда, как мы видим в реальности, Кришна объясняет условия для сохранения знания. Он говорит, что условия для получения знания – это вера, а условия для сохранения знания – это контроль чувств. Итак, для получения знания нужна вера, а для сохранения знания нужен контроль чувств. Я, если я не ошибаюсь, 4.29, что ли, что-то там, я не могу ошибиться с номером. Вот, то есть… На основе веры мы получаем, то есть у нас есть шрадха, сейчас не будем разбираться, откуда она берется, это, то есть на основе шрадхи мы получаем знание, а чтобы это знание не просто пришло, посидело и ушло, а чтобы оно осталось, для этого требуется определенный контроль чувств. Контроль чувств всегда связан с гуной благости. Контроль чувств всегда связан с гуной благости. То есть, когда человек опускается или там полубог ниже гуны благости, под влиянием страсти это знание тут же уходит. То есть не сохраняется, нет условия для его сохранения. Оно пришло на основе веры, но оно не закрепилось, потому что нет среды. То есть среда для сохранения знания – это гуна благости, это ее среда. Почему, когда Кришна описывает в 14 главе вот эти гуны, да, он говорит, чем характеризуется гуна благости? Он говорит, знанием и ощущением счастья. То есть когда в благости это знание живет, это, потому что благость – это питательная среда для сохранения знания. Гуна страсти человек опустился, чем гуна страсти характеризуется? Бесконтрольными желаниями всевозможными. Да? То есть как только эти бесконтрольные желания пошли, все, человек спустился с платформы благости на платформу гуна страсти, знание ушло. Потом он, что же я такое натворил, опять возвращается на уровень благости, говорит, вот этот вот как бы заныр в более низкую гуну, он
с ним сыграл такую шутку, да, что человек действует как будто, ну, просто повинуясь этим каким-то вот импульсам, чувствам в гоне страсти. А потом, когда, допустим, он пришел в себя, да, очухался, говорит, да, это, ну, то есть он понимает, как гуны просто его стянули вниз, вот и все. Ну, гуны-то не сами пришли, они на основе желания, гуны просто выполняют желание. Вот, поэтому, собственно говоря, этот вот отход или временная потеря знания, она вызвана не просто приходом гуны определенной, а определенными желаниями. Это либо может быть частью замысла Кришны, его лила, допустим, по его сюжету нужно, да, чтобы Брахма, допустим, впал в иллюзию или Индра, то есть и он как бы режиссирует все эти вещи. Вот, если масштаб не такой высокий, какие-то более обусловленные живые существа, они, может быть, не являются там участниками каких-то там таких прямо уж игр больших. Вот. Это может быть просто частью волнообразного процесса. Мы же находимся в океане, правильно? Мы постоянно слышим, что мы в океане материального существования, Бхава-сагара. А в океане что? В океане волны. А волны это что? Это означает вверх-вниз. Это обозначает, что все процессы в этом мире идут волнообразно. Здесь все является волной. От звука, звук – волна, огонь, свет – волна, понимаете, вода – волна. Даже земля – это волна, застывшая лава, все эти горы. Здесь все волнами является. Вот, и поэтому это обозначает, что все процессы в этом мире идут волнообразно. Всегда есть какой-то взлет, здесь какое-то падение. Другое дело, что в жизни разных людей, в зависимости от их гуна-кармы, амплитуда может быть разная. Невысокие взлеты и невысокие падения. А у кого-то, ух, амплитуда вот такая может быть. Да? Но сам принцип волнообразности, он сохраняется просто потому, что мы в океане. А океан есть волны. Вот все. Микрофон. Необратимость процесса – это обозначает, что мы не уходим из него. То есть какие-то временные сложности, которые образуются у человека, это не обозначает, что он уходит из процесса, это часть процесса. То есть, допустим, если мы читаем того же Вишванатху Чакраварти Тхакура, вот Мадхурья Кадамбини, да, там же описаны эти вот этапы Аништхита Баджана Крии, нетвердого преданного служения. И поэтому вот эта вот как бы некая нестабильность, эта вот волнообразность, она как раз, она не противоречит процессу, она является частью процесса, определенного этапа процесса Аништхита Баджана Крии. Вот о чем речь идет. К чему обратиться? Практики преданного служения, практики, вот мы начали в 25-м году, где Кришна принимает холм Роша. Вот практика такая, чуть-чуть микрофон вот так повернись. Лила взаимозаботы? Да, лила взаимозаботы. Потому что Кришна поднял холм, это уже не защитил, да, это привело заботу о жителей Вриндавана. Ну, они тоже... Прабу, у нас уже время, давайте вопрос коротко задайте, а то сейчас... А я просто дополнение. А? А, это дополнение, не вопрос. Я понял, я хорошо. Прошу прощения. И они тоже, значит, заботы Харю. Они... Хорошо, спасибо за дополнение, да. И последний вопрос там вот задайте, пожалуйста, Матаджи. Может ли кто? Способность награждается тот же Кришна, если мы правильно развиваем.
Может ли преданный поклоняться Сарасвати, если он хочет получить знания, и что там еще дальше было? Хочет быть благословлен знанием, проникать в суть предметов и ясно излагать. Может он поклоняться Сарасвати? Или Кришна это награждает способностью. А здесь нет противоречий. Там у нас говорится же, да? Нараяна намаскритя, нарам чайва народ тамам, девим сарасватим, виасам, то тот же я мудзираед. Перед чтением Шримад Бхагаватам выразим почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Нарам Нараяне Ришни, богине учености матери Сарасвати и Шили Вьяса Деви автору. То есть все в комплекте. Верховный Господь Нараяна, Нара Нараяна, который отвечает за Бхарату, это его заведование, вот, Сарасвати и Вьяса автор, то есть в комплекте в определенной последовательности. Поэтому мы выражаем почтение Сарасвати. Другое дело, что, может быть, мы не проводим какие-то особые пуджи. Хотя я не знаю, вот вчера была это Сарасвати пуджа, бессонная ночь, гром гремит, земля трясется, фейерверки, все эти тут вопли. Сарасвати, наверное, в ужасе от этой пуджи, так называемой Сарасвати пуджи. Вот, может быть, какие-то ученые брахманы где-то там в храмах и проводят какую-то нормальную Сарасвати пуджу. Но вот как основная масса населения это празднует, это какая-то просто дикая пьяная оргия, обычная или южная. Вот, поэтому мы выражаем почтение Сарасвати. Более того, мы знаем из Брахмасамхиты, что Сарасвати это та, кто инициировала Брахман, то есть для противников женщин Дикшагуру, они должны помнить, что первую дикшу во Вселенной совершила женщина. Вот, то есть она, Деви Сарасвати, инициировала Брахму в эту самую Гопала-мантру, об этом сказано в 24 стихе Брахма-самхиты. Вот, и только потом, через несколько стихов, уже там в 27-м, говорится, что потом вторую инициацию дал Кришна, уже значит, Кама-гаятри через звуки флейты передал Брахме. Вот, поэтому, в общем, Дивья Сарасвати это уважаемая нами личность, не последняя фигура в нашей традиции, вот, но мы просто не рассматриваем ее отдельно от всего контекста. Вот, поэтому мой ответ, вот то, с чего я начал, да, Нараяна Намаскритя, Нарам Чайва Народ, там, Девим Сарасватим Вья Сам, то тот же я. Вот на этом как бы, уровне, в принципе, можем и поклоняться. Как-то отдельно Сарасвати Пуджу Прабхупада не рекомендовал повторить. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай. Хари Кришна. Джай. Наданта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай.